Olena, you entered into this final in third place and then moved up into first place. How are you feeling during the final? Я поняла, да. Я первый раз стартовала с третьего места в финале, и мне было очень сложно. Я хотела показать максимальный, конечно же, результат, но очень волновалась. Вот. И все, что могла, все делала для этого. Так, не знаю. What have you been doing to train for this first World Cup of the 2011 season? Моя коронная дистанция 10 метров, и я больше готовилась к 10 метрам, чем к 25. И для меня это полная неожиданность сейчас, то, что я выиграла эту медаль, и, но очень много работы было сделано для нее. Вот, поэтому все воздается по заслугам. You already won a quota place for the Olympic Games. Did you feel less stressed because you have this quota place? Я в финале, только у меня была лицензия, я выиграла ее на 10 метрах, поэтому мне было, наверное, легче, чем другим спортсменам завоевывать медаль. Возможно, это был, ну, такой, как, ну, то есть, немножко помощь такая была мне. So how does it feel then to win this gold today? Еще не пришла в себя после финала, пока нервничаю еще. Ну, немножко еще эмоции остались после финала, поэтому немножко попозже нужно отдохнуть и понять, как эта золотая медаль на 25 метрах. And do you have anything to say to friends and family at home? Я думаю, что болеют за меня многие. Естественно, это мои и родители, и близкие мои. Я надеюсь, они увидят мое интервью и будут очень рады. И по приезду домой мы, конечно же, отметим. Well, congratulations for this great victory today. Thank you very much.